подводят в Карелии итоги краеведческой викторины всей семьей. Одной из победительниц викторины стала жительница Петрозаводска, участковый уполномоченный полиции Кристина Киуро. Ей вручили один из трех главных призов – новый автомобиль. Новое авто очень кстати, говорит победительница. Своя машина у нее уже год как в ремонте, и такому призу она несказанно рада. Я не верю, это не укладывается в голове, никогда нигде не выигрывала. Тут в первый раз и такой хороший приз, очень. Ранее был разыгран еще один автомобиль. Счастливой обладательницей стала жительница Сегежи, медицинская сестра Центра амбулаторной онкологической помощи Любовь Кошелева. Знаете, я не поверила сначала, что я выиграла, но потом как-то... Да мне, по-моему, сейчас еще даже не дошло, что я выиграла. Я очень рада. Розыгрыш в рамках краеведческой викторины продолжается. Организаторы конкурса продолжают вручать жителям Карелии ценные призы. Всего их более 3500. На избирательные участки на выборах президента Российской Федерации тоже приходили с семьями. Так, к последнему дню голосования присоединилась семья Перцевых. На участок Алексей и Екатерина пришли вместе с детьми. Выборы – это важное и главное событие в жизни нашей страны, поэтому мы пришли выбирать президента нашей России, Российской Федерации, и дети должны видеть, потому что это будущее наше. Ну и детям интересно, как проходит процесс, голосования. Процесс голосования. Перцевы также приняли участие в викторине всей семьей.